В жилом доме на Волковской улице на этой неделе обнаружен труп неизвестного мужчины. Завернутое в подреяльник тело лежало в подъезде. В ходе осмотра сотрудниками правоохранительных органов на нем обнаружена рана в затылочной области головы. Следственным комитетом Российской Федерации Московской области было возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 4 Уголовного кодекса. В ходе предварительного следствия установлено, что к данному преступлению причастна дочь убитого. Женщина задержана. 27 января 2022 года Люберецким городским судом с учетом позиции городской прокуратуры в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Подозреваемая вину в инкриминированном преступлении признала в полном объеме и раскаялась. Ход предварительного расследования по уголовному делу контролируется городской прокуратурой.